Всем привет, и с вами Давид. И сегодня я буду вам показывать игру Читингант. И я буду строить капустик. Он легко строится. Просто надо кокос поставить. Гриб один. Гриб один. На него нанести. И еще много разных предметов. Мы вот так делаем капустик. Вот первая нога у меня получилась. И вторая. Сейчас получится. Так. И надо еще вот это. Руки добавить. Руки будет из перцев. То есть будут из перцев. Он будет держать в них пистолеты. Так, вот первый. Вот первая рука готова. И еще одна рука будет готова. Только надо это ее поправить. Все понятно уже будет. И то еще один пистолет. И все, и готов капустик. Подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока.